Какая, какая? Ой-ой-ой, девушка, дайте познакомлюсь с вами. Так, я не поняла, что еще за девушка? А, это я тебе, дорогая. Да? Кинокомпания «Не та кнопка» представляет. Лучшая королевская битва. Или как Ракутаген взял топ-1 Fortnite. Точнее, ему повезло. Приветствую вас, леди и джентльмены, дорогие подруги. С вами Мортит, капитан очевидность, Кэп. Здорово, братишки. Красавчик Ракутаген. И Fortnite. Опаньки! Прекрасный Fortnite. Лучшая королевская битва, которую я играл. Собственно говоря, до такой игры, как PlayerUnknown's Battlegrounds, проще говоря, PUBG, вообще этот жанр был не очень популярен. И с PUBG начался, скажем так, хайп. Хайп, который, по большому счету, конечно же, ютуберы подняли. Блин, все нормальные люди в городах приземляются, этот бичуган на каком-то отшибе. Да, потому что в городе сейчас, сука, 50 игроков сразу сдохнет там. А я выживу, бля. Я выживу, сука. Я буду крыса, я буду жить, назло всем. Да, моя методика, сука. Я буду бомжом, но я буду жить, отвечаю. Мне нас работает, сука. Я уже топ брал, будь здоров, как бы, да. Один раз. Да, между прочим, здесь это нахрена, я второй сейчас за последние сутки. Да, Ракутаген, нашел убитый какой-то ПП, беспонтовый, да, белый, да. И немного брони, да. Еще и, сука, радуется, да. Как говорится, босиком, но в тапках. Да, босиком, да? Но в тапках, сука, лучше быть живым в тюрьме, чем мертвым у стойки бара, вот такие всякие поговорки есть хорошие. В общем, да, я буду жить, сука, несмотря ни на что, я ныл в жопу. Вот, жанр стал популярен благодаря PUBG, и тут же одна студия, Epic Games, Epic, это, собственно говоря, разработчики этой игры, они же разработчики известного, наверное, самого популярного в мире движка CryEngine, ой, тьфу, блин, CryEngine, сука, типу мне на язык, не дай бог. Не CryEngine, а Unreal Engine, блин, сука. Они же разработчики серии игр Unreal, то есть достаточно известная и очень, ну, такая именитая студия, все их знают, Epic Games. Вот, это не какой-нибудь там маленький изготовитель фри-ту-плей шутеров, это одна из самых известных в мире студий. Они выпускают шутер Fortnite. Королевская битва. Тут два режима, один это кооперативный и один, соответственно, королевская битва. Сейчас ранний доступ, игра совершенно бесплатная, я не вкинул сюда ни копейки, ее можно играть. Это, кстати, преимущество по сравнению с PUBG. И сегодня мы поговорим об игре в целом, а также я попытаюсь вновь взять топ-1. Топ-1 я буду брать, конечно, в соло. В соло здесь взять топ-1 очень тяжело. Могу сказать, что сейчас я нахожусь на втором месте в общем топе. Тут есть списки лидеров, здесь есть топ, здесь есть лидеры, причем списки разные. Допустим, в соло здесь есть топ игроков, которые больше всех взяли топ-1, топ игроков, которые больше всего взяли топ-10, и топ игроков, которые больше всего попадали в топ-25. Кстати, в топ-10 и в топ-25 я нахожусь на первом месте на европейском сервере. Так вот я решил позадротить. Не решил, а просто... Все, Ракутаген, это габала. Да подожди! И жопу на прицел взяли. Да это подожди, сука, я еще свой прицел сейчас включу, сука. Он у меня почище... Вон он, сука! Да, тихо! Давай, давай, давай! Хедшот, бэйби, you get owned! Да! Вообще красавчик, да. Ракутаген, я думал, у такого рака, как у тебя, ну просто шансов не, да, было, ты меня удивляешь. Да, пошел-ка ты в жопу, ты не должен был вообще, сука, думать. У тебя эта способность не особо развита. Ладно, мы не об этом. Собственно говоря, давай-ка поменяю. Давай поменяю. Во! Почему? Потому что мне очень нравится калаш. Ну а затем Ракутаген в очередной раз пытался что-то сделать. Он собирал ресурсы, лутал и просто, сука, блуждал по бескрайним просторам Фортнита в поисках кого-нибудь, кого можно нагнуть. Пару раз ему чуть жопу даже не прострелили, но он очень-очень быстро скрывался. А потом настал момент, когда он почувствовал запах, возможно, жертвы. Какая-то странная херня, сука, по-моему, кто-то есть. Во, построечки, сука, если есть постройки,
значит, тут кто-то был. Вопрос, а есть ли он сейчас здесь? Блин, всегда такое палево, сколько ты не знаешь. Может, кто-то есть, может, кого-то нету. Есть, нету? Есть, есть, кто-то деревья срубил, видел? Есть, сейчас, сука, мы накажем по-любому. Цып-ц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 ып
О, нифига себе у тебя планы наполеоновские. Ты смотри, он там что построил. Так, а ну-ка. Да, сука, я помог. Так, да, вот так вот, сука, тут меня не будет видно. И такой быстренько, опа. Я куст. Я куст, сука. Да, есть такое. Понимаешь, в чем дело, Кэп? Дорогие друзья, кстати, тут такой предмет есть, куст. Реально, надеваешь и кустом бегаешь. Но, кстати, в нем видно, ну... Во! Вот она сила. Ах, сука, жопу подряют! Давай, помолчи, сука, я без тебя знаю, не надо. Только отвлекаешь, Кэп, блин. Ты что, не знаю, то, что я пропустил бы, сказал лучше. Мама, нет! Ладно, получи, фашист, гранату. Да, вряд ли она, конечно, его зацепит, но... Хотя бы отвлечет. Так, броню сейчас немножечко раз. И... Так. Надо что-нибудь построить. Опаньки! Вот. Вот элемент строительства. Очень классно, что здесь это есть. Это очень классно, поэтому тут не приходится крысить за деревьями. Опаньки! Давай! Excellent. Ну вообще красава, Рокутагин, да! Сука, вот она твоя игра, вот моя! Они твои кусты, вот она, сука, хитрожопость-то где пригодилась? Пригодилась, сука, наша игра, отвечаю, вообще мне нравится. Там-та-дам, рам-пам-пам-та-да-дам. Классно, ребят, вот реально, вам понравится. И давайте все-таки обсудим, что такое Fortnite. Сравнивать его имеет смысл, конечно, только с одной игрой. С единственной игрой, которая на данный момент популярнее, чем сам Fortnite. Это, конечно же, PlayerUnknown's Battlegrounds, или, проще говоря, PUBG. У PUBG, по последним данным, рекорд был почти 2,5 миллиона игроков. Fortnite находится, занимает второе место в мире, и его последний рекорд был более 800 тысяч игроков. Сейчас, возможно, уже тоже за миллион перевалило. А, кстати, по количеству зарегистрированных пользователей, то есть аккаунтов, эта игра занимает среди ей подобных, то есть среди... Сука, как я хотел сказать. Да, среди королевских битв первое место. Более 20 миллионов аккаунтов. Именно так. Так что сравнивать имеет, наверное, смысл только с PUBG, больше ни с чем. Шутерами сравнивать в принципе нет смысла, потому что все-таки игры типа PUBG или Fortnite, я не считаю их шутерами. Как бы тут шутер — это всего лишь элемент. Тут это королевская битва. Это другой жанр, ребят. Если ты хорошо играешь в шутер, это не значит, что ты хорошо будешь играть в королевскую битву. И наоборот, если ты хорошо играешь в королевскую битву, это ни хрена не значит. Значит, в шутерах еще. Так что вот так вот. Но, тем не менее, я думаю, многим игрокам шутеров тоже вполне может зайти. Давайте сразу оговоримся, кому игра очень даже может понравиться. Она может понравиться тем игрокам, которым понравилась сама идея королевской битвы, но не зашел PUBG. Объясню, в чем дело. Дело в том, что, по сути, Fortnite — это, как и PUBG, то есть все то же самое. То есть это королевская битва, все ясно. Но здесь... как будто разработчики специально создавали для тех игроков, которым PUBG не понравился. Почему? Потому что одним игрокам в PUBG нравится то, что он такой достаточно сложный, много различных дополнительных элементов, то есть очень большая карта, очень долгие бои. Другим же это не нравится. Например, мне абсолютно не понравилось инвентарь, как сделан в PUBG. На тап нажимать или просто подходить, потом там шарится, ты уязвимый стоишь. То есть какие-то вот такие моменты мне в PUBG... Да пошел в задницу, блин, что вы делаете, сука, изверки? Дайте я хоть здесь немножко посижу, пока рассказываю. Да, это мне не понравилось. Также мне не понравилось, например, в PUBG, что там очень много конкретных крыс, которых ты просто не увидишь. Их, в принципе, очень сложно увидеть, потому что там текстуры очень сливаются. Да, то есть это может не понравиться. То есть, очень долгие бои могут не понравиться. Какие-то такие моменты. Вот. Кому-то не нравится, что там есть транспорт. Потому что я, например, не люблю особо в таких играх... Я вообще не люблю транспорт почему-то в играх. Я не люблю... Это одна из причин, почему я не люблю, например, Battlefield. Мне не нравится. Я люблю, чтобы побегал, пострелял, и все. А какие там на танке ездить, на самолете летать? Это не на мое, на машине, на мотоцикле. Вот. И... Судя по всему, мне вот кажется, что... Исходя именно из названия... Да. Вопрос можно?
Да. Нахрена ты это все делаешь? Не знаю, просто нравится. Сука, я вот реально надо было не на юриста, надо было на строителя учиться. Во мне великий строитель умер. Я вот это сейчас понимаю. Там-там-та-да-дам. Мне кажется, что игра специально создавалась для тех, кому PUBG не понравился по вышеназванным причинам. То есть, по сути, это тоже королевская битва. Но... крысить здесь затруднительно. То есть как бы тут даже есть куст, такой предмет его легендарный можно найти. Но даже с кустом ты будешь здесь намного более заметен, чем среднестатистический игрок PUBG. Потому что здесь, ну, сами понимаете, графика достаточно мультяшная. Растительности, как вы видите, здесь, ну, не очень много. Есть какие-то кусты, за которые можно спрятаться. Но, опять же, это далеко не часто попадается. Персонажи достаточно сами яркие. Поэтому, если вы думаете, что у вас получится лежать, а лежать здесь вообще нельзя, здесь нет функции лежать, только присесть можно и красться, и все, то у вас это не получится. Это не самое эффективное. Вот день занять позицию, выждать, да, можно. Но даже близко такого, как в PUBG, здесь не получится. Здесь более активная игра, здесь надо больше двигаться. Сами матчи здесь быстрее. 20-23 минуты примерно. От 20 до 23 минут длится матч в среднем. То есть достаточно так резвенько. Игроков здесь 100. То есть много. Много-много игроков, то есть 100 игроков за 20-23 минуты все умирают. Кроме одного. То есть круто. Что касается транспорта, здесь его вообще нафиг нету, потому что карта меньше. Она не маленькая карта, здесь очень приличная. Но, тем не менее, персонажи двигаются достаточно быстро, поэтому транспорт здесь в принципе не нужен. Что касается вопросов лута, здесь тоже все максимально упрощено. Предмета нет никакого первого, второго, третьего уровня, нет никаких касок, брони, штанишек, ботинок, кепочек, здесь этого всего нету. Что касается хп и брони, просто есть два вида бутылок, одни синие, одни красные, либо аптечки, ну не красные, там бинты, в общем, вы поняли. И, собственно говоря, все, нашел синюю бутылку, выпил, вот тебе броня. Больше ты ничего не найдешь, никакого обмундирования нету, есть только оружие. Оружие тоже не приходится как-то особо выбирать, никаких модулей нету, потому что игра происходит вся от третьего лица, они в принципе не нужны. Но все оружие отличается цветами. Соответственно, есть обычные белые пушки, есть зеленые улучшенные, ну, а-ля как в играх типа Diablo, понимаете, да, или MMORPG. Зеленый это второй уровень, третий это у нас уровень синий, еще лучше пушка, еще лучшего качества. Потом он у нас идет фиолетовая, еще лучше. И самая крутая, ну, из того, что я видел, это коричневая легендарная пушка. Например, найти легендарный FN Scar, это большая удача, я вам скажу. И я один раз его находил, и именно с ним я занял первое место. Поэтому все очень и очень круто. Вот, поэтому ничего сложного. Все оружие просто выпадает, инвентаря как такового нету. Вот он инвентарь, как вы видите, внизу справа, то есть вот эти пушечки, гранатки, все нарисовано, и все. Вот весь инвентарь. Что касается строительства, пусть оно вас тоже не отпугивает. Строительство очень простое, буквально несколько элементов, из которых можно строить, как вы понимаете, доска горизонтальная, то есть... пол, собственно говоря, одна стена, лестница и навершие еще есть. По сути, чаще всего большую часть этого не используют. Используют чаще всего стены, лестница и все. И из этого можно целые замки делать. Но замки тут как бы делают небольшие укрытия. Я, например, небольшие укрытия делаю. Можно целое там сооружение сделать, там крепость небольшую, наверх залезть, там воевать. Три вида ресурсов: металл, кирпич, дерево. Но, по сути, опять же, вообще не парьтесь, это не игра а-ля Майнкрафт и даже не Раст. Шибко много строить здесь, скорее всего, не придется. Большую часть игры, как минимум пол матча, вам придется бегать. А вторую половину матча, может быть, как я, проводить вот так вот, сидя на попе. Ну, это, опять же, не факт. Многие предпочитают, опять же, бегать, строить, добывать ресурсы, убивать других игроков и так далее. Это более рискованно. Это меньше шансов, что вы доживете до финала. Вот, а я доживу до финала, сука, я же вредный. Я должен дожить до финала, по-любому, мне насрать. Ну, не знаю, я уже, в принципе, я в пятерке. Я в пятерке, я топ-5. То есть, еще один плюс в таблицу лидеров дня по этому, по топ-10. Я опять попадаю, у меня зачет топ-10 идет. Ну, круто, ребят, тут таблицы лидеров есть, тут интересно. Прикольненько.
донат в игре, какой тут донат? Скины и все, то есть и больше ничего не будет никогда почти наверняка, ну, понимаете, да, то есть, в принципе, это если Epic Games делает, они ниже плинтуса падать не будут, тут ничего, никакого доната вообще, кроме скинов, не было и, судя по всему, не будет. Ну, скины, то есть зонтики, вот обычно все на дельтапланах прыгают, а я, докачавшись до 10 уровня, как и многие другие игроки, получил зонтик, а если я докачаюсь до 25, там еще какой-то улучшенный дельтаплан будет. Ну вот, можно задонатить, и у тебя вместо обычных кирки будет вид там катаны, например, типа такого. Вот, ну интересно сделано, так достаточно прикольно, поле забавно. Поле спят мотыльки, рак нагнется у реки, да, ты, норм ребята его найдут, пошел, рака сука. Кусты не спасут. Спасут, сука, да тут кустов-то нету, блин, я же говорю, тут растительности мало достаточно. Так что вот, что касается сравнения, ребят, я не хочу ничего говорить по поводу лучше, хуже, это будет глупо, потому что сравнивать Fortnite с PUBG, это все равно, что сравнивать с Counter-Strike с Warface. Игроки, которые играют Warface, глубоко насрать на Counter-Strike. Игроки, которые играют Counter-Strike, в большинстве своем глубоко насрать на Warface. Только что же самое PUBG и Fortnite. Я могу сказать, мне PUBG вообще не зашел. Не, в принципе, он не зашел, мне понравилась сама идея. Идея очень понравилась. И понравилось играть в группе. Но одному очень скучно. А вы же знаете, я соло-игрок, я очень люблю в играх и в одиночку играть. Но при дня Fortnite мне вообще совершенно другое впечатление. Стоял, мне очень Fortnite понравился. По сравнению с PUBG, это небо не земля для меня, честно. Причем это еще бесплатно. Захотел просто, блин, зашел и все, играй. И даже платить не надо. Прикольно, прикольно. Не понравилось, удалил. Вот. Проработанность очень классная, игра очень качественная. Кстати, у нее еще один плюс, поскольку это делают разработчики движка Unreal, они прекрасно в нем шарят, вообще никаких проблем нет. Сетевых вообще никаких, то есть никаких зависаний, никаких подлагиваний. У меня 150 FPS стабильно держится, причем у меня настройки-то достаточно такие хорошие. Все держится вот прекрасно. Вот они, самые острые моменты Рокутагин, да, ради которых и хочется играть. Да, правда? Да, сука. Когда ты понимаешь, что ты в полшага от победы и на пол шишки уже до полного поражения, да? Да, на пол шишки, сука, от поражения. Топ-3, настроя всего осталось. Один вот тут наверху где-то тусуется, сука, надо мной. Один или вот тут, сука, непонятно. Где-то тут, вот, на этой скале. А один, по-моему, вон там где-то у дерева тусуется, на противоположной стороне речушки. То есть ручеек перешел, он где-то там. И вот, сука, я буду ждать, когда кто-нибудь из них выйдет, если выйдет. О, слышите? Перестрелочка. Вон, перестрелочка, патроны-то летят как. О, не патроны, эти пули летят. Аж трассеры остаются. Сука, его не видно просто. Они такие типы отвечают. Вообще, и хрен прослышь. А все, область сжимается и сжимается. Собственно говоря, как и мое очко. Да. Вообще горячо. И вот ради этих моментов так классно, сука. Сиди в засаде, бля. Да, нет. То есть до этого игра шла активно, но в конце пипец. Но часто, кстати, игра в конце еще активнее. Быстро баррикады все возводят, короче. Кто из кирпича, кто из доса, кто просто за деревом прячется. И начинается перестрелка могучая. Кто из базуки лобит, кто из обычного пистолета. Я обычно из пистолета, меня выбивают. Да и хер с ним, сука. Но, тем не менее, ребят. Второе место на европейском общем суточном топе я занимаю. Потому что я один раз выиграл. Реально сложно выиграть. А что касается топов 10 и топов 25, я и там на первом месте. Я задротил, пипец. Я зашел просто попробовать. Думаю, ну типа PUBG, говорят. Ну вроде больше понравится, если тебе PUBG не понравился. Я такой, ну попробую. Пипец, сука, часов 10 кряду вообще вылезти не мог. Такая игра офигенная, ребят. Вот это реально офигенная игра. Я сразу говорю, я буду по ней снимать. Буду. То есть, ну, не как по Warface, наверное, часто, но я буду снимать. А может, как по Warface, я хер его знаю. Мне она очень зашла. Мне она реально зашла. И стримить ее будем. Очень классная. Просто попробуйте, ребят. Особенно тем, кто никому не зашел папку по вышеперечисленным причинам. Слишком много крыс, там, слишком долгие матчи, какую-то технику осваивать, инвентарь неудобный. Просто попробуйте. Или это технические проблемы. Здесь технических проблем вообще нету. Вот. Тем, кому PUBG зашел, я не думаю, что вам здесь понравится, как бы вам тот геймплей больше нравится, вам больше такая тактичность нравится. Здесь такого нету. Здесь часто просто вначале прыгаешь, там перестрелка идет, как Квейк, все прыгают. Какая там, дырочка, прямо как под тебя сделано. Да, да, под меня, сука, ты молчи, нас двое осталось. Нас двое осталось, двое просто, понимаете? Двое. Ну я собираюсь взять это. Я собираюсь эту катку взять просто. Я собираюсь, мне плевать на все. Он, сука, понимаете, он не знает, где я. Он не знает, в этом вся фишка. Он думает, что я где-то здесь за камнями, наверное, прячусь. Или за стеночками. За стеночками меня нету, он уже понял.
И он понимает, что я где-то лив. Он думает, что я где-то за камнями. Я не думаю, что он спрыгнет здесь. Он где-то вот тут, по идее, должен спрыгнуть. По уму он должен где-то вот тут слезть. Я бы на его месте так сделал. Но посмотрим, посмотрим, сука, как будет. Дело в том, что у него осталось 20 секунд. Через 20 секунд зона в очередной раз сжимается. Как и наше с ним очко, я думаю, у него тоже сжимается сейчас нехило. Потому что все-таки топ-2, топ-1 каждый хочет взять. И посмотрим, сможет ли он нас нагнуть или нет. Или мы его. Ну, по идее, сейчас более выгодная ситуация. У него лучшее вооружение, лучшая броня, я уверен. Но я знаю, где он. Я знаю, что он будет делать, а он не знает, где я. Это большое преимущество в финале. Ну где ты, голубчик? Да! Holy shit. Охренеть! Ты опять это сделал! Да, сука, я только один сюда его! Да, сука! Да, опять! Красава! Я топ-1 за сутки только что взял! Охренеть! В смысле нет, это второй топ за сутки! Я взял топ-1 Европы! О. Друзья, если вы тоже любите острые ощущения, рекомендую попробовать вам Fortnite. А в целом, ставьте лайки, чешите свои мощные тактические яйки, вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся с вами. Нагиб.